Один большой политик сказал однажды фразу, мол, при словах «культура» хватаю пистолет. Теперь другое время, политики другие, страшнее пистолета есть фраза «денег нет». Быть может, так и нужно, в стране одни проблемы, все ставь на референдум разборок на 100 лет. Коррупция, инфляция, дефолт и проституция, и лишь с утечкой мозга проблем, пожалуй, нет. Бывало, встанешь утром, в глазах туман свинцовый, под черепом осколки, окурки, пыль да грязь. И понимаешь сразу, глотнув стакан перцовой, у нас утечка мозга давно уже началась. Над нашей стороною сгущаются туманы, включаешь телевизор и не видать низги. А мы с меньшим из братьев уходим в партизаны, чтоб сохранить частично утекшие мозги. Но уходя в болото, одно мы знаем точно, что есть в Москве надежный связной и старший друг. В боях за анимацию проверенный Савельич, могучий дядя Федор, наш дорогой хитрук. Прокуренной землянке дадим друг другу клятву не опозорить ваших прославленных седин. Пусть нас не очень много, а будет еще меньше, но Светкина экрана у нас на всех один. Пусть нас не очень много, а будет еще меньше, но Светкина экрана у нас на всех один.